Вечером 22 сентября 1854 года у входа в Северную бухту Севастополя шли ко дну корабли «Краса и слава Черноморского флота». С берегов их провожали экипажи, тысячи матросов и морских офицеров, для которых тонущие суда были не просто местом службы, родным домом. Немного поодаль стояли три адмирала – Корнилов, Истомин, Нахимов. Приняв решение затопить флот и уничтожить дело всей своей жизни, они верили, что спасают родину. В каждом, кто наблюдал, как корабельные мачты навсегда уходят под воду, боролись два чувства – отчаяние и надежда. Эту войну назвали Крымской. Но с полным правом ее можно назвать и нулевой мировой – репетицией Первой и Второй мировых войн. Хотя сражения тогда шли и на Балтике, и в Арктике, и на Камчатке, но именно в Крыму происходили самые кровавые бои. 349 дней обороны Севастополя – кромешный ад, самое пекло той войны. Нечеловеческие усилия, отчаяние и небывалая храбрость. Десятки тысяч жертв с обеих сторон. Союзники Османской империи, Британия и Франция, не добившись успеха на других фронтах, поставили на карту все, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Исход нулевой мировой решался здесь, в Крыму. В июне 1853 года император Николай I ввел армию на территорию Дунайских княжеств – Молдавии и Валахии. Он требовал от турецкого султана Абдул-Меджида предоставить России протекторат над православными подданными Османской империи. Султан, тайно опиравшийся на поддержку западных держав, отказался пойти навстречу России. После Синопского сражения, в котором эскадра адмирала Нахимова уничтожила турецкий флот, Британия и Франция объявили России войну. Опасаясь присоединения Австрии к антироссийской коалиции, Николай пошел на попятную и вывел русскую армию из Дунайских княжеств. Но это не привело к ослаблению конфликта. Союзники продолжали атаковать российские границы на Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также у берегов Камчатки. Летом 1854 года союзные войска в составе 40 тысяч французов и 20 тысяч англичан высадились в Варне, на берегу Черного моря. Англо-французская эскадра, состоящая из 28 кораблей, подошла к Одессе. Союзники потребовали выдачи всех находящихся в гавани торговых судов. На это дерзкое требование русские даже не стали отвечать. И тогда 9 неприятельских пароходов приблизились к городу и открыли бомбардировку. В итоге были уничтожены причалы порта, склады и почти все торговые суда. Одно из вражеских ядер попало в основание памятника Ришелье и повредило пьедестал. Бомбардировка Одессы, по большому счету, ничего не дала союзникам. Тем временем многотысячная англо-французская армия простаивала в Варне. Жара и антисанитария привели к эпидемии холеры. Началось моральное разложение. В Варну прибыл Уильям Рассел, первый в истории военный журналист. Свою корреспонденцию, охладившую пыл британских обывателей, Рассел публиковал в «Таймс». Пьяные забирались в собачьи будки или просто лежали в канавах под палящим солнцем, покрытые роем мух. Ужасные картины стали здесь обычным и ежедневным явлением. Идя вдоль берега, ты мог увидеть пучок соломы, торчащий из песка, а пошевелив его палкой, обнажить лицо мертвеца, которого оставили здесь, слегка присыпав соломой, на съедение собакам и стервятникам. «Таймс». В такой ситуации командованию союзников предстояло решить, куда направить следующий удар. Вскоре планы взятия Севастополя и оккупации Крыма проникли на страницы западной прессы. Именно в те годы журналистика стала четвертой властью.
Владея информацией, мешая правду с ложью и умело расставляя в своих статьях нужные акценты, газетчики с легкостью манипулировали общественным мнением. Порой они оказывали влияние на сам ход войны. В России говорили: «У нас нет нужды в шпионах, нам достаточно почитать «Таймс».» Крым, конечно, представлял собой лакомый кусок для агрессоров. Но главнокомандующий Черноморским флотом и Крымской армией князь Меньшиков отказывался в это верить. Когда адмирал Корнилов принес ему список жителей Севастополя, сделавших добровольные пожертвования на оборону города, князь заявил: «Я не хочу видеть списка трусов», и выпроводил адмирала из своего кабинета. Корнилов был взбешен легкомыслием своего начальника. Корнилов Владимир Алексеевич родился в 1806 году. Вице-адмирал русского флота, сын иркутского, затем тобольского губернатора. В 15 лет был определен в морской кадетский корпус. Поступив на службу, на вверенном ему корабле разработал образцовый распорядок, который вскоре был распространен на всех судах Черноморского флота. Принимал участие в ряде морских сражений, неоднократно обеспечивал высадку десанта во время Кавказской войны. В 1850 году стал начальником штаба Черноморского флота. В конце лета несметный флот противника отплыл из Варны. 360 военных судов и транспортов с армией, артиллерией и обозами направились в сторону Крыма. 1 сентября с Севастопольского берега можно было разглядеть сплошную темную массу, окутанную дымом и туманом. Однако корабли противника обошли Севастополь. Они не рискнули атаковать город с моря. Через день союзники начали высадку возле Евпатории. Руководил операцией маршал Сент-Арно, командующий французской армией. Этот прирожденный авантюрист, бывший дезертир, актер и учитель фехтования, когда-то привел Луи Наполеона к власти, устроив государственный переворот. В Варне Сент-Арно, давно болевший малярией, заразился еще и холерой. Понимая, что жить ему осталось недолго, он торопился вступить в бой с русской армией, чтобы увенчать себя победой. Англичанами командовал генерал Роглан, потерявший руку в бою при Ватерлоо 40 лет назад и с тех пор не нюхавший пороха. Роглан во всем подчинялся более опытному Сент-Арно. Численность преимущества была на стороне союзников. Против 60 тысяч англичан и французов крымская армия князя Меньшикова могла выставить лишь 37,5 тысяч человек. К тому же союзники почти поголовно были вооружены скорострельными нарезными винтовками-штуцерами. Русские солдаты в основном располагали гладкоствольными винтовками с меньшей точностью и дальностью стрельбы. Сентябрь 1854 года. Окрестности Евпатории превратились в огромный походный лагерь. Лодки беспрестанно курсировали от судов к берегу и обратно, перевозя офицеров, солдат и лошадей. Сент-Арно в бешенстве хватал Роглана за пустой рукав. По мнению маршала, англичане были слишком неторопливы. Только через пять дней объединенная союзная армия двинулась на юг, в сторону Севастополя. 7 сентября армия под командованием князя Меньшикова, готовясь встретить противника, занимает оборонительную позицию на полпути к Севастополю, возле устья реки Альма. Войска растянуты на несколько километров, с тыла их защищают высоты, на которые можно отступить в случае отхода. Утром 8 сентября неприятельские войска приближаются к Альме. Со стороны моря их сопровождает флот. Союзники планируют одновременно атаковать с фронта, а также обойти оба фланга русской армии. Главная цель – телеграфный холм, приморская высота, господствующая над Севастопольской дорогой. В русском лагере царило праздничное настроение. Наполеона в 12-м году одолели, а с его племянником и подавно справимся. В воздухе витало чувство скорой победы. Многие, не нюхавшие пороха, ожидали не боя, а парада. Князь Меньшиков был настолько уверен в успехе сражения, что шутил, приглашая жителей Севастополя наблюдать за его ходом,
да еще и с партера. А генерал Кирьяков, командовавший левым флангом русской армии и оборонявший телеграфный холм, стал автором печально знаменитого выражения «Шапками закидаем». Русские встречают неприятеля артиллерийским огнем. Однако начинают стрелять слишком рано. Ядра поначалу не долетают, а пушечный дым относит в нашу сторону. Приблизившись к русским, солдаты союзников открывают прицельную стрельбу из штуцеров, которая производит большие опустошения в русских рядах. Одновременно союзный флот поддерживает своих огнем с моря. После того, как союзники практически беспрепятственно форсируют Альму, командующий правым флангом французской армии генерал Боске приказывает зуавам взять ближайшие высоты и идти на телеграфный холм. Зуавы – бойцы элитных частей легкой пехоты французских колониальных войск. Формировались из жителей Северной Африки и добровольцев-французов. Помимо отличной строевой подготовки, выделялись разноцветным обмундированием, включавшим в себя короткие куртки, шаровары и экзотические головные уборы типа турецких фесок. Когда зуавы, а следом за ними линейная пехота противника, начали взбираться на телеграфный холм, тот самый генерал Кирьяков, обещавший закидать неприятеля шапками, неожиданно отдал приказ оставить высоту. Позже адъютант князя Меншикова пытался выяснить у встреченного им в долине пешего и совершенно растерянного Кирьякова, где находятся его войска. Кирьяков не мог ничего ответить, бессмысленно повторяя одну фразу: «Подо мной убита лошадь». Тем временем зуавы занимают высоту, устанавливают там артиллерию и начинают обстреливать русские части, которые дерутся с союзными войсками у моста через Альму. Только тогда армия Меншикова начинает отступление. Ни Сент-Арно, ни Роглан не решаются ее преследовать. Битва была еще в самом разгаре, когда к Альме подъехал всадник, по виду молоденький матрос, фуражки и бушлате явно с чужого плеча. Лошадь, испугавшись взрывов, отчаянно сопротивлялась. Но матрос не сдавался. Ему нужно было скорее попасть на поле боя, туда, где свистят пули, грохочут орудия и страдают без медицинской помощи раненые солдаты. Скоро и в России, и в Европе узнают имена рядовых героев этой войны, таких как Даша Севастопольская. Даша Севастопольская родилась в 1836 году. Дочь матроса Лаврентия Михайлова, убитого при Синопском сражении. После высадки союзных войск переоделась в матросскую форму, продала оставшийся от родителей дом. На вырученные деньги купила лошадь с повозкой, множество одеял и белого полотна, бутыли с уксусом и вином. Повозка Даши Севастопольской стала первым в истории перевязочным пунктом на поле боя, а сама Даша – первой сестрой милосердия. Узнав о подвиге девушки, Николай I пожаловал ей золотую медаль за усердие. Первое крупное столкновение сухопутных армий стало настоящим шоком для обеих сторон. Началась война, которую давно ждали, но никто не представлял, каких жертв она потребует. Российские потери в Альминском сражении составили 5700 человек, потери союзников – 3300 человек. Князь Меншиков, чтобы не оказаться отрезанным от остальной России, отвел армию от Севастополя на север, к Бахчисараю. Казалось, судьба города предрешена. Однако произошло нечто неожиданное. Союзные войска, приблизившись к Севастополю с северной, слабо укрепленной стороны, могли бы относительно легко владеть городом, однако обошли его и направились к югу. Узнав это, адмирал Корнилов записал в своем дневнике: «Должно быть, Бог не оставил еще России».
Англичане разбили свой лагерь возле Балаклавы, французы в районе Камышовой бухты. Турецких солдат цивилизованные европейцы использовали в качестве вьючных животных, щедро осыпая палочными ударами. Карикатура из журнала «Панч». Какое применение Джек нашел туркам под Балаклавой? Британский офицер. «Привет, Джек. Чем ты занимаешься?» «Джек. Видите ли, ваша честь, ездить верхом намного приятнее, чем ходить пешком. А когда этот парень устанет, я оседлаю другого голубка». В самом Севастополе ожидали нападения с моря. Если бы это случилось, город не продержался бы и дня. Флот союзников только по численности превосходил российский как минимум вдвое. Адмирал Корнилов предлагал дать противнику морское сражение. Пусть оно заранее обречено, но так можно хотя бы избежать постыдного плена. Нахимов спорил. Еще не все потеряно. Если затопить российский флот, суда противника не смогут войти в бухту. В итоге было решено часть кораблей разоружить и затопить, а часть превратить в плавучие батареи. Этот день станет самым тяжелым для севастопольцев. Для многих из них флот был не только частью жизни, флот был всем. Прощаясь с уходящими под воду кораблями, матросы не могли сдержать слез. Один из кораблей, «Три святителя», прославившийся в Синопском сражении, никак не хотел идти на дно. Тогда пароход-громоносец приготовился к обстрелу корабля. И вдруг один из матросов подал знак «Не стреляйте!» и кинулся в воду. Доплыв до «Трех святителей», он взобрался на борт и вскоре исчез из виду. А когда появился, в руках держал икону Николая Чудотворца. Только после того, как икона была спасена, корабль закачался и начал медленно опускаться под воду. Вот и все. Что дальше? Главнокомандующий князь Меньшиков, ненадолго наведавшись в Севастополь, поручил оборону осажденного города двум адмиралам – Корнилову и Нахимову. Они организовали работу по возведению земляных укреплений. За несколько дней яркий приморский город изменился до неузнаваемости. На улицах появились баррикады, в окнах домов – бойницы для ружейной обороны. Вокруг Севастополя была построена оборонительная линия протяженностью в 7 километров – семью расположенными на ней бастионами. Фортификационные работы возглавил выдающийся военный инженер Тотлебен. Тотлебен Эдуард Иванович родился в 1818 году. Из-за болезни сердца не смог окончить полный курс в инженерном училище в Санкт-Петербурге и был переведен в учебный саперный батальон, где обратил на себя внимание генерала Шильдера. Заведовал осадными работами во время Кавказской войны. По возвращении с Кавказа был назначен адъютантом Шильдера и участвовал в осаде крепости Силистрия. После окончания Дунайской кампании был направлен в Севастополь. Саперные батальоны и отряды рабочих землекопов под руководством Тотлебена работали круглосуточно. Уже тогда на лицах жителей осажденного города появился особый отпечаток, сосредоточенно суровый и в то же время торжественный. Севастопольцы были готовы умереть в любую минуту. Они словно перестали бояться смерти. Главное, чтобы продолжал жить их город. Четвертого октября, через месяц после высадки, англичане и французы подступили к Севастополю, с удивлением обнаружив, что он отлично укреплен. Адмирал Корнилов обратился к севастопольскому гарнизону. «Нам некуда отступать. Позади нас море, впереди неприятель. Помните же, не верь отступлению. Пусть музыканты забудут играть ретираду. Тот изменник, кто протрубит ретираду. И если я сам прикажу отступать, кали в меня». Следующим утром на город посыпались бомбы и пушечные ядра. Ответный огонь неуклонно подавлял позиции противника. Когда на воздух взлетел французский пороховой склад, с русской батареи прогремело «Ура!». С наступлением сумерек союзники были вынуждены прекратить бомбардировку. Город, потеряв в тот день 1250 человек и уничтожив до 1000 противников, выдержал натиск.
Надежды на то, что Севастополь удастся отстоять, укрепились. Севастополь гораздо более сильная крепость, чем думали. Калибр русских орудий, по крайней мере, равен калибру наших. Сотни пушек продолжают извергать ядра без перерыва. Сила гарнизона не менее удивительна. Daily Telegraph. В тот роковой день адмирал Корнилов был тяжело ранен на Малаховом кургане. Он ненадолго очнулся, лишь на перевязочном пункте. Сказал, что умирать легко, когда совесть спокойна. И закрыл глаза. Нахимов простился с ближайшим другом, когда канонада замолкла. Адмирал приказал отдать Корнилову все офицерские почести, а сам взял на себя командование обороной Севастополя. На следующее утро союзники возобновили бомбардировку и продолжали ее несколько дней. Но это было похоже на жест отчаяния. Ни у лорда Роглана, ни у нового французского командующего Канробера не было четкого плана действий. Поначалу не было его и у князя Меншикова. Однако после ободряющих писем от императора Николая он решил дать союзникам новый бой. Попытаться волевым усилием снять с Севастополя осаду. 13 октября в 5 часу утра армия русского генерала Липранди входит в долину к северу от Балаклавы. Подступ к базе английского экспедиционного корпуса охраняют расположенные на буграх 4 редута. На каждом находится по 250 турецких солдат и английский орудийный расчет. Русские штыковой атакой выбивают турок из первого редута, остальные редуты турки оставляют без боя. Англичане пытаются остановить их силой оружия. Чтобы переломить ход сражения, Роглан написал записку, в которой кавалерии предписывалось немедленно выдвинуться к линии фронта и атаковать противника. Взглянув на поле боя, командующий британской кавалерией лорд Лукан понял, что ситуация самоубийственная. Всадники, оказавшись у занятых русскими позиций, попадут под артиллерийский огонь с обоих флангов. Но приказ есть приказ. Позже Роглан утверждал, что он был истолкован неверно. Он якобы устно прибавил слова «выдвинуться, если это возможно». Так или иначе, этих слов никто не услышал. Судьба бригады британской легкой кавалерии была решена. Легкая кавалерия – мобильный род войск, использовавший коней малых по массе пород, быстрых и выносливых. Обычно применялась для осуществления стратегической разведки. В бой посылалась лишь для уничтожения противника, потерявшего строй. В бригаде легкой кавалерии состояли сливки британской аристократии. За считанные минуты легкая бригада в составе 673 человек под предводительством лорда Кардигана проходит под перекрестным огнем русской артиллерии и пехоты из Федюхиных и Балаклавских высот, опрокидывает первый уральский казачий полк и прорывается к русским пушкам. Три эскадрона сводного уланского полка атакуют англичан с флангов. Бригада легкой кавалерии отступает, теряя убитыми и ранеными более половины своего состава и большую часть лошадей. Вся атака продолжалась 20 минут. Когда неприятельская кавалерия в полном беспорядке мчалась на свои позиции, рядовой Цветковский, тяжело раненый в ногу, из последних сил приподнялся и прицелился. Блистательный британский наездник упал. Убедившись, что пуля достигла цели, Цветковский радостно вздохнул. Теперь хоть и на перевязку. Лошадь принесла раненого англичанина в лагерь. В последние секунды перед смертью он успел прошептать: «Сейчас бы не помешала горячая ванна». Уильям Рассел восхищался мужеством легкой кавалерии. Да, они потерпели неудачу, но даже полубоги не смогли бы сделать большего. «Таймс». Во французскую печать попали слова генерала Боске: «Это красиво, но это не война, это безумие». Журнал «Де Деба». После боя казаки быстро переловили лошадей сумасшедшей кавалерии, как в русском лагере стали называть бригаду английской элиты. Казаки продавали кровных рысаков по 15-20 рублей. При перепродаже их цена возрастала до 300-400 рублей. Настроение в русских войсках после битвы под Балаклавой заметно поднялось, хотя ее итог был ничейным. Обе стороны получили временную передышку, но продолжалась она недолго.
На 25 октября союзники наметили вторую попытку штурмовать Севастополь. Чтобы помешать этому плану, князь Меньшиков решил за день до этого дать новое сражение под Инкерманом. Крымская армия получила подкрепление, и князь полагал, что нашего численного преимущества будет достаточно для победы. Однако на стороне союзников было превосходство позиции. К тому же штаб Меньшикова не располагал таким обязательным предметом, как точная карта местности. А сам командующий Крымской армией не рассчитал с направлением главного удара. Противник быстро перешел в контратаку и, преодолевая отчаянное сопротивление русских отрядов, заставил их отступить. Инкерманское сражение закончилось только к вечеру. Оно стало самым кровопролитным за всю историю нулевой мировой. Потери русской армии составили более 10 тысяч офицеров и нижних чинов. После боя наступила тишина. Склоны Сапун-горы были сплошь покрыты человеческими и лошадиными телами. Казалось, что сама земля стонет от боли. Искалеченные солдаты, кто-то с перебитыми руками или ногами, кто-то с выбитыми глазами, часами ждали помощи. Порой она приходила слишком поздно. Чтобы собрать всех раненых, просто не хватало медицинского персонала. Пытаясь выбраться из этого ада, некоторые сходили с ума. Так русский солдат долго искал на поле сражения кольцо, подаренное его матушкой. Только вот кольцо это оставалось на оторванной ядром руке. Союзникам эта победа тоже досталась немалой кровью. У англичан и французов из строя убитыми и ранеными выбыло до 4500 человек. Но главным итогом инкерманского сражения стало то, что и лорду Раглану, и новому командующему французским экспедиционным корпусом генералу Канраберу пришлось отложить очередной штурм Севастополя. Им предстояла долгая, изматывающая осада. Отступление русских после Инкермана – это отступление раненого медведя. Morning Chronicle. После начала осады император Николай объявил, что месяц службы в Севастополе считается за год. Со всех концов России в осажденный город приходили пожертвования. И деньгами, и вещами, и перевязочными материалами для раненых. Жены флотских армейских офицеров приезжали в Севастополь и оставались, помогая мужчинам вести хозяйство. А солдатские жены пробирались в Крым пешком. Во время боев они под градом пуль носили воду и квас для солдат. Великая княжна Елена Павловна, жена младшего брата государя, на свои средства организовала крестовоздвиженскую общину, которая стала прообразом Красного Креста. В ноябре первые сестры общины отправились в Севастополь. Возглавил их работу знаменитый хирург Пирогов. Солдаты верили в Пирогова как в чудотворца. Многие полагали, что нет для этого хирурга невозможного. Случались и жуткие курьезы. Однажды на перевязочный пункт принесли бойца, которому осколком оторвало голову, а на удивленный вопрос доктора ответили: «Ничего, ваше благородие, авось господин Пирогов сможет как-нибудь оживить». Пирогов Николай Иванович родился в 1810 году. В 14 лет поступил на медицинский факультет Московского университета. Основатель русской военно-полевой хирургии и русской школы анестезии. Изобрел гипсовую повязку. Начиная с Кавказской войны, лично провел сотни операций и впервые применил наркоз в полевых условиях. До появления Пирогова в госпиталях Севастополя царил беспорядок. Тысячи раненых были лишены элементарного ухода и присмотра. Первым делом Николай Иванович внедрил новую систему медицинской помощи. Раненых в ходе больших сражений начали тщательно осматривать на перевязочном пункте и в зависимости от тяжести либо оперировали на месте, либо эвакуировали вглубь страны. Сестры крестовоздвиженской общины, в ряды которых вошла Даша Севастопольская, обеспечивали повседневный уход за ранеными, заботились о том, чтобы их хорошо кормили, следили за чистотой и сменой белья,
регулярно проветривали помещения, делали перевязки и раздавали лекарства. Солдаты так полюбили сестер милосердия, что порой начинали громко стонать лишь для того, чтобы привлечь их внимание. Сестры приходили к выздоравливающим раненым и рассказывали им сказки. К началу зимы бомбардировка Севастополя прекратилась. Однако город постоянно обстреливали. На бастионах, подвергая жизнь смертельной опасности, круглосуточно дежурили солдаты, матросы и офицеры. Новым методом борьбы с неприятелем стали внезапные ночные вылазки к месту расположения союзников с целью разведки, захвата пленных и нанесения урона противнику. Нередко случались рукопашные схватки. Среди участников вылазок на всю Россию прославился Петр Кошка. Кошка Петр Маркович родился в 1828 году в семье украинского крепостного. По достижении совершеннолетия был отдан в рекруты. Служил матросом 30-го флотского экипажа Черноморского флота. Добровольцем участвовал в 18 вылазках. Был награжден 3 знаками отличия военного ордена и 4 медалями. Кроме групповых вылазок, во время которых Петр Кошка обыкновенно приносил на себе раненых англичан и французов, он нередко в одиночку пробирался к английским траншеям и брал все, что плохо лежит. Штуцеры, которых так не хватало защитникам города, одеяло, носилки. Однажды увел вражеского коня. В другой раз умудрился вытащить прямо из французского котла вареную говяжью ногу, после чего устроил на бастионе настоящий пир. Но главной целью Петра Кошки было устроить переполох среди союзников. Когда они замечали неладное, то открывали беспорядочную пальбу, впустую растрачивая множество зарядов. Вернувшись к своим, Кошка усмехался. «Вот как я их распатронил, чертей!» С началом холодов союзникам пришлось тяжелее некуда. В ноябре разразилась страшная буря, которая потопила прибывшие суда зимней одеждой, продовольствием и боеприпасами. Усиливалась эпидемия холеры, а тут еще и мощный ураган разрушил госпиталь. Сорвавшаяся крыша искалечила множество больных и раненых. Офицеры отказывались терпеть такие условия и возвращались на зиму в Лондон. Но у рядовых такой возможности не было. Многим из-за полученных в Крыму обморожений пришлось ампутировать ноги. Британские войска и Крымская война, терпеливые герои, карикатура из журнала «Панч». Один оборванный английский солдат другому. «Ну что, Джек, есть хорошие новости из дома, мы получим медаль». «Это очень мило. Может быть, когда-нибудь мы получим шинель, которой можно будет ее приколоть?» Теплого обмундирования не доставало и в русском лагере. Периодически возникали перебои с продовольствием. Военное интендантство даже в эти роковые для страны дни наживалось на простом солдате. Командующий армией князь Меньшиков знал о воровстве, но вместо того, чтобы что-то предпринять, только разводил руками. После поражения под Инкерманом князь пребывал в полной растерянности. Он предсказывал не только сдачу Севастополя, но и потерю всего Крыма. В противовес Меньшикову адмирал Нахимов стал душой городской обороны. Свою квартиру он отдал под лазарет. Жалование раздавал семьям моряков, а сам почти без сна постоянно объезжал бастионы, обеспечивая их снарядами и новыми бойцами, взамен тех, кто выбыл из строя. В ноябре в Севастополь пришло пополнение. В числе прочих солдат и офицеров оказался молодой артиллерист Лев Толстой. К своим 26 он успел провести 2 года на Кавказской войне, участвовал во множестве стычек с горцами, затем перевелся в Дунайскую армию, сражался при Альтенице и осаждал Силистрию. Но то, что он увидел в Севастополе, навсегда перевернуло его представление о войне. Севастопольские рассказы Толстого были опубликованы в журнале «Современник». На нашем бастионе и французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и синих одеждах изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Белые тряпки спрятаны, и снова свистят орудия смерти и страданий. Снова льется невинная кровь, и слышатся стоны и проклятия. Нет!
Толстой провел несколько месяцев на самом опасном, легендарном четвертом бастионе, который чаще других подвергался обстрелам противника. Солдаты бросали жребий, чтобы избежать участи попасть на четвертый бастион. Здесь часто видели адмирала Нахимова. Тот ходил по укреплению, не прячась от пуль, словно испытывая судьбу на прочность. Шел четвертый месяц обороны. План западных держав нанести в Крыму молниеносный удар оказался иллюзией. Севастополь совершенно не собирался сдаваться. А у Британии и Франции просто не хватало войск, чтобы взять город. Им нужен был новый мощный союзник. После того, как летом 1854 года русская армия вышла из Дунайских княжеств, на их место пришли австрийские войска. Однако формально Австрия так и не вступила в войну с Россией. Осенью 1854 года Наполеон III усилил дипломатическое давление на императора Франца Иосифа. В ход была пущена угроза. Если Австрия не присоединится к антирусской коалиции, Наполеон немедленно направит войска на Ломбардию и Венецию, две итальянские области, входившие в состав Австрийской империи. 2 декабря 1854 года в Тюильрийском дворце за императорским обедом царило тяжелое молчание. Наполеон III был рассеян и капризен. Он ждал ответа из Вены. К последней перемене блюд ему принесли срочную депешу. Прочитав ее, Наполеон засиял. Радости императора не было предела. Австрия, наконец, присоединилась к антироссийской коалиции. Теперь, как полагал Наполеон, дела пойдут гораздо быстрее. Европейский альянс наконец задушит Россию в Крыму и вынудит ее признать поражение. Правда, Франц Иосиф не собирался посылать свои войска к Севастополю. Он вообще не торопился приступать к активным действиям. Однако союзникам было достаточно и того, что австрийская армия угрожает вторгнуться в западные пределы Российской империи. Теперь Николай I уже не мог усилить свои крымские армии, перебросив туда части из Польши и Украины. Узнав о том, что Австрия примкнула к союзникам Османской империи, Британии и Франции, Николай I с горечью сказал: «Император австрийский не перестает поворачивать нож в моем сердце». Чтобы предостеречь Австрию от военного выступления, российский государь решил дать в Крыму новое сражение, которое должно было окончиться непременным успехом. Английский лагерь в Балаклаве и французский в Камышовой бухте были неплохо укреплены. Нападать на них было рискованно. Оставался третий вариант – Евпатория, которая была занята турками. По донесениям разведки, их количество оценивалось примерно в 20 тысяч человек. В начале февраля 1855 года на Евпаторию двинулся отряд примерно такой же численности – под командованием генерала Хрулева. В 6 часов утра 5 февраля русские войска открывают общую канонаду на подступах к Евпатории. Под ее прикрытием батальон греческих добровольцев и 4 казачьи сотни подходят к вражеским укреплениям на 100 шагов и начинают перестрелку. На помощь им Хрулев отправляет спешенный батальон «Драгун». В 9 утра все готово к штурму, но ответный огонь со стороны города усиливается. С моря турецкой обороне помогают 24 военных корабля. Некоторые из вражеских пароходов подходят к берегу и бомбардируют две первые русские линии, а также дальние резервы. Два батальона Азовского пехотного полка под прикрытием наших батарей подходят к городу. Противник встречает их ружейными выстрелами, а также огнем из полевых орудий. Множество солдат и офицеров гибнут. Несмотря на это, русские ротные колонны доходят до рва, но обнаруживают, что он заполнен водой. А длина штурмовых лестниц недостаточна. Чтобы избежать дальнейших бессмысленных потерь, генерал Хрулев приказывает начать отступление. Получив известие о провале операции под Евпаторией и крупных потерях, император Николай поблагодарил князя Меншикова за верную службу и снял его с поста командующего Крымской армией. Хотя официальная отставка объяснялась плохим самочувствием князя, истинной причиной стало недовольство Николая
отсутствием каких-либо успехов в Крыму. Меньшикова заменил генерал-адъютант Михаил Дмитриевич Горчаков. Тот самый Горчаков, который фактически провалил Дунайскую кампанию. Прибыв в осажденный город, Горчаков решил сблизиться с солдатами и матросами. С этой целью он время от времени появлялся на бастионах, где вел себя скорее как любознательный путешественник, чем как командующий армией. Рассеянно заглянув в амбразуру и удивившись близости вражеских позиций, он удалялся в штаб и при этом мурлыкал себе под нос французскую песенку. Русский язык князю вообще плохо давался, и рядовые защитники Севастополя в виде Горчакова часто не понимали, кто это такой и чего он от них хочет. Замена командующего Крымской армией стала последним политическим действием Николая. Он тяжело переживал неудачу под Евпаторией, опасался того, что вслед за Австрией против нас выступит и Пруссия, другой наш ближний в прошлом союзник. Россия, по сути, оставалась одна против всего мира. Такой исход был для российского императора личной трагедией. Николай словно искал смерти. Заболев простудой, он в лютый февральский мороз в одном мундире присутствовал в манеже на военном смотре. 17 февраля царь слег. А в половине четвертого ночи лейб-медик сообщил, что Николай находится при смерти. Утром началась агония. В половине первого дня все было кончено. Над Зимним дворцом взвилось черное знамя. Когда известие о смерти Николая было получено в армии, солдаты осеняли себя крестом и молились. Многие, не сдерживая рыданий, падали на колени. Рядовые, офицеры, генералы давали на святом Евангелии клятву верой и правдой служить Господу и новому российскому государю, наследнику Николая, его старшему сыну Александру. Весной союзники получили свежее подкрепление. В начале мая в Крым прибыли французские резервы. За несколько дней до этого в Балаклаву были привезены 15 тысяч солдат нового участника антироссийской коалиции – Сардинского королевства. Сардинское королевство – итальянское государство со столицей в Турине, существовавшее с 1720 по 1861 годы. Включало в себя графство Пьемонт, герцогство Савоя, остров Сардиния, а также ряд более мелких владений. Стало центром, вокруг которого произошло объединение Италии. У короля Сардинии Виктора Эммануила II не было ни политических, ни территориальных, ни каких-либо других претензий к России. Однако он с легкостью отправил своих солдат на верную гибель, заручившись обещанием Наполеона III содействовать объединению Италии под Сардинской короной. Силы союзников возросли до 170 тысяч человек. Теперь французский император мог с полным правом требовать решительных действий в Крыму. Перед союзными войсками встала новая задача – отрезать Севастополь от поставок продовольствия и боеприпасов. Из Камышовой бухты и Балаклавы отправилась экспедиция в восточную часть Крыма. 11 мая французские корабли с 16 тысячами человек высадились возле Керчи. Русские войска, заметно уступавшие по численности, были вынуждены отступить по Феодосийской дороге. Заняв город, французы устроили погром. Они врывались в дома, грабили имущество мирных жителей, а когда добрались до винных бочек, устроили пальбу по курам, уткам и свиньям. Они даже ограбили церкви и городской музей. На этом союзники не остановились. Обеспечив себе контроль над Азовским морем, они все лето нападали на прибрежные населенные пункты и предавались грабежам. Однако их основная задача так и не была выполнена. Неприятельские войска не смогли овладеть Чангарской переправой и перекрыть дорогу на Севастополь. Сам осажденный город, несмотря на все выпавшие испытания, поддерживал видимость мирной жизни. По-прежнему работали лавки и трактиры. В павильонах под музыку военного оркестра вели чинные разговоры офицеров в белых перчатках, которым вечером предстояло вернуться на свои бастионы. По бульварам прогуливались дамы в изящных платьях.
Дети играли прямо на улице, посреди заржавевших неприятельских ядер. Продавцы во весь голос рекламировали горячие булки только что из печи, а вдалеке на горизонте маячили громады вражеских военных судов, которые не могли подступиться к бухте. Чтобы надежнее защитить город, Тотлебен соорудил два мощных редута, охранявших подступы к Малахову кургану. Их назвали Селенгинским и Волынским в честь полков, солдаты которых строили эти редуты под упорным штуцерным огнем неприятеля. Еще через две недели перед Малаховым курганом выросло новое укрепление – Камчатский люнет. Редут – полевое укрепление сомкнутого вида в форме четырехугольника. Состоял из наружного рва, вала с земляной ступенью для размещения стрелков и орудий, а также внутреннего рва для укрытия оборонявшихся. С тыльной стороны закрывался насыпью для стрельбы по неприятелю. Когда тыл, обращенный к своим войскам, оставался открытым, такое укрепление называлось люнетом. Весной союзники провели к своим передовым позициям железную дорогу от самой Балаклавы. Теперь им ничто не мешало обрушиться на Севастополь всей своей мощью. Вопреки предупреждению Тотлебена, генерал Горчаков не удосужился вовремя усилить войсками Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет. Так что в мае после двухдневной бомбардировки союзники овладели этими укреплениями. На пути к Севастополю им оставалось захватить последний рубеж – Малахов курган. Казалось, еще вот-вот и союзники возьмут город. Новый командующий французской армией генерал Пелиссье наметил штурм Малахова кургана на 6 июня, годовщину битвы при Ватерлоу. В своей победе он не сомневался. За полтора дня до штурма в 4 часа утра сигнальный выстрел с английской батареи обозначил начало бомбардировки. Бомбы и ракеты сплошной волной накрыли город. Они попадали на рейд и даже на удаленную северную сторону Севастополя. Канонада с небольшими перерывами продолжалась весь день, но не замолкла и ночью. Тотлебен не спал уже несколько суток. Осмотрев позицию, он приказал 9 своим помощникам поправить поврежденную неприятельской бомбой амбразуру и отошел, чтобы проверить соседнюю батарею. Сделав несколько шагов, генерал обернулся на крик. Новая бомба насмерть положила всех 9 помощников. Поспать Тотлебену так и не удалось. Союзники начали штурм еще до рассвета. В 3 часу утра бригада генерала Мейрона, не дожидаясь сигнала, наступает на 1 и 2 бастионы. Русские встречают бригаду картечью. Атакующие подходят к самому рву перед бастионами, но солдаты вступают в штыковой бой и отбрасывают их от бастионов. Сардинский корпус в полном составе отказывается сражаться и возвращается в лагерь. Тем временем новые французские части штурмуют батарею, расположенную между Малаховым курганом и 3-м бастионом. Они прорываются в тыл на корабельную сторону и захватывают жилые постройки на правом склоне Малахова кургана. Оценив ситуацию, генерал Хрулев бросает в штыки первую встреченную им роту. Они взбираются на крыши, ломают их, поражают засевших внутри неприятелей камнями и берут в плен более 100 офицеров и нижних чинов. Пришедшие на помощь Хрулеву 6 рот якутского полка берут приступом батарею и вступают с французами в рукопашный бой. Немногие уцелевшие спасаются бегством. Батарея снова переходит в руки защитников Севастополя. Когда штурм был отбит, защитниками Севастополя овладело радостное волнение. Наконец-то победа. Значит, рано сдаваться. Город еще можно отстоять. Союзники подсчитывали потери и пытались списать поражение на погибшего генерала Мейрона. После неудачного штурма фельдмаршал Роглан почувствовал резкое недомогание и через неделю скончался. По мнению окружающих, его погубило поражение, которое потерпела союзная армия. Лорд Роглан умер от огорчения и подавившей его тревоги. Умер как жертва неподготовленности Англии к войне.
из воспоминаний генерала Вуда. С первого дня осады адмирал Нахимов твердо связал свою судьбу с судьбой Севастополя. Он решил, что не переживет захвата города. И, отдавая все силы его обороне, не допуская и мысли о сдаче, по сути, продлевал себе жизнь. Сегодня, когда в неприятельском лагере зализывали раны, Нахимов гулял по любимому городу. Он старался впитать в себя все его звуки и запахи, словно видел его в последний раз.